В финале Кубка Италии дерби не будет. Изначально была игра в мяч древняя, которая, конечно, на современный футбол достаточно мало похожа, она называлась кальчо, поэтому футбол итальянцы называют кальчо. Очень мало, кстати, стран, где футбол не называют футболом. Вот Италия одна из них. Курва – те трибуны, которые располагаются за воротами, где обычно сидят самые ярые. Если вы слышите там про Курва Суд или Курва Норд, то как раз вот, как правило, речь идет вот там об этих трибунах. Первый мой матч, который в жизни я был, это был Лацио. Это был 97-й год, мне было 17. Лацио-Наполи играли. Я, как сейчас помню, забил еще Манчини за Лацио. То есть это очень давно. Но уже Наполи стал сдавать тогда. Но на меня произвел большое впечатление сектор выездной болельщиков Наполи. Я впервые увидел вот этих людей, которые заводят толпу и стоят спиной к полю. Вот они вообще, по-моему, не оглядывались. Ну и Лацио тогда был. Бокшич, Хузер, Югович, Неста, Маркиджани, Манчини, Синьори. Ну, в общем, команда была такая очень-очень солидная, прям совсем мощная.